Лысенко, но не сегодня. Сегодня он меня не обгонит. При любых раскладах не обгонит, потому что, ну, я главный судья, по-моему, все очевидно, что Дима сегодня не победит. Лисовик. Он тоже катается где угодно, и насколько я слышал по слухам, то он сейчас тоже инструктор Yellow Light. Ну, не знаю, насколько он представляет эту мотошколу сейчас здесь или нет, но, наверное, представляет. Будем так считать. И он тоже очень классно валит, прикатался на своем китайском Spider 200 кубов, очень классно. Очень хорошо ездит, быстро разворачивается. Но ему бы чуть-чуть покузатурнее отец, больше мощности, и тогда, думаю, да. Он у нас всех победит. Ёлки-палки, 51.01.